Всем привет! Сегодня приготовим ягодный пирог с черной смородиной. Такой пирог хорошо готовить в сезон, когда есть свои ягоды. Тесто готовится очень быстро и просто из самых доступных продуктов. Пирог получается сочный, ягодный, с явной кислинкой, не переслащенный. Список продуктов вы видите на экране, а также найдете его в описании под видео. Начнем с приготовления теста. В миску кладем 2 куриных яйца, 1 четверть чайной ложки соли, 1 стакан сахара. Взбиваем несколько минут с помощью миксера либо блендера, до того момента, когда масса побелеет. Добавляем в тесто 1 треть чайной ложки ванилина, 1 стакан муки и пол чайной ложки разрыхлителя, а также 100 грамм растопленного сливочного масла и замешиваем тесто. В тесто добавляем 300 грамм черной смородины. Ягоды я помыла и просушила. И вмешиваем ягоды в тесто. Мне 300 грамм показалось мало, я добавила еще 200 грамм. В целом у меня ушло 500 грамм смородины. Это потому, что есть лишние ягоды, а так 200-300 грамм смородины будет вполне достаточно. Перекладываем тесто в форму, смазанную растительным маслом. Диаметр моей формы 26 сантиметров. Разравниваем и отправляем выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Пирог получается достаточно кисленький, поэтому сверху можно посыпать его сахарной пудрой. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Желаю вам всего доброго, хорошего дня и отличного настроения. До новых встреч! Пока-пока!